Я хотел бы с вами поделиться удивительной историей о мужчине, который в одиночку смог сдвинуть гору. Дашрат Манджи стал известен, соорудив сквозь гору спасительную для многих людей дорогу. За это он получил прозвище «Человек горы». Всю свою жизнь Дашрат проложил в отдельной деревне Гахлаур, вблизи городка Гая, штат Бихар, Индия. Ближайшим населенным пунктом его разделяла горная цепь, и чтобы добраться до нее, нужно было преодолеть большое расстояние. Однажды жена Дашрата, пересекая гору, чтобы принести мужу воды, сильно поранилась. Дорога до больницы была очень долгой, именно поэтому женщина умерла. В тот день бедный фермер решил сам прорубить путь сквозь гору, чтобы ни с кем больше не случилось такого несчастья. На протяжении 22 лет Дашрат Манджи трудился над исполнением своей мечты. С помощью всего лишь зубила, молотка и лопаты этот легендарный человек сделал в горе проход длиной 110 метров, шириной 9,1 метра и глубиной 7,6 метров. Благодаря труду Дашрата расстояние между районами Атри и Вази-Гранж округа Гая сократилось с 75 километров до 1 километра. Благодаря этому он спас не одну жизнь. Тот, кто верит, что способен сдвинуть с места горы, делают это. Те, кто не верит, не могут. Спасибо за просмотр. Самые невероятные факты, самые отборные топы и другие интересные видео. Погрузись в загадочный мир вместе с Бизарро. Видео выходят регулярно. Подпишись и поставь лайк, если понравилось. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.